Лене я буду показывать, как заменить масло в джипе. Так. Что мы делаем? Это мы сперва мы пробочку открутим, чтобы он был открыт. И положим туда. Сейчас машину будем донгравить. Тут она высокая, хорошо. Не надо сильно поднимать его. Поставили, все. Тазик, вот сюда надо лезть. Вот он. Слив. Масло вот. Видите? Вот так, видите? Не знаю, если я откручу его, бля. Дай мне еще рожковый, любой ключ. На 15, на 16 это. Есть, ребята. Короче говоря, тут, наверное, никогда масло не меняли, бля. Тут даже следов нету. Кто-то что подкручивал, нету. Дай мне отвертку тоже. Она сейчас будет хлыкать. Масло, бля, отвертку дай какую-нибудь. Так, мы давай вот так поставим. Тряпку дай мне, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Лапарткроник наш. Делал диагностику, ему там написано, что замыкание на землю идет, на заземление. Лапарткроник? Да. Ну, естественно. Это наш пиздец? Да. Сейчас немножко напор уменьшится, я отвертку беру и пускай потихонечку капает. Где-то литров 6 будет, ребята. Да так. Вот хуёво, что он, блядь, туда будет заливаться. Ну тут уже ничего не поделаешь, вот так можешь поднять его. Где ты его взял? Вот. Нормально? А ну замерзнем. Как раз. Это какой размер, кому надо, подожди. Мы его отсюда взяли, да? Это получается вот 12.5, 20.1.5. Давай, ставь.
старые куда тебе выкидываешь? Выкидывать. Да зачем туда? Вот молодежь приехала, хорошо базарит. Да не надо еще. Пускай будет пригодиться какой-нибудь. Да зачем выбрасываем? Так, короче говоря, сейчас будем откручивать. Этим ключом не получится, наверное. Сейчас посмотрим. Ты вода есть мил, да? У меня есть такие, но нельзя такой. Сломается. Да. Ключ вообще заебись, блядь. Всех выкинем. Кошмар, блядь. Один раз поляки, блядь, не могли открутить. Только с помощью этого я ему открутили. Каким-то ключом они не пробовали, блядь. Да, его от руки можно раскрыть. Все, вот так двери. Вот так. Не, отпусти, уже рукой пойдет. Так думаешь? Да, отпусти. Да. Сейчас будем так делать, чтобы. Куда-то фильтр кинешь. И вот здесь надо сейчас. Только не поднимай вот фильтр сейчас. Только не поднимай, не втягивай его. Пускай он сейчас сольется с него. Вот так пускай будет. Все, он должен так постоять немножко, чтобы потекло все туда вниз еще дальше. Дождались, масленько раз. Потом это мы сюда ложим аккуратненько. Пинцет, блин. Сейчас я это вытяну. Сейчас это тоже. Сейчас. Ложись. Нормально, я сейчас ровно удержу, пускай он стечет с улу. Да. И сама сюда ложи его. Блин, это не любит немецкое говно машины. А тут видите, вот Мерседес трехлитровый. У нас здесь американцы половину двигателя, американские же здесь все. Чем американцы? Мерседес? Да нихуя, не вижу. Стой, как его вытянуть, там без разницы. Да, там без разницы, это обычный дело. Это трафика, бля, Рено, бля. Что, не тот взял? Да тот. Что здесь, пластик? Да, какая разница. Надо. Не кидай, зачем кидать? Нельзя, сейчас сперва это надо здесь все сделать, замерить, потом уже. Зачем? Посмотрим, заходит в это сюда, понимаешь? По размеру, по высоте проверь. Понимаешь? По ширине. Все надо смотреть, потому что они на глаз. Пойдет. Ну надо себе раз сюда засунуть. Ну я-то вот так вытяну. Тут что, нету резинок. Да? А там резинки никакие нет. Только сюда на крышку. Вот сюда на кончик. На кончик, да. Вот здесь. Вот она вещь. Покажи. Такой малютка. Идемте сюда. Стоп, бери его туда. Да сейчас здесь давай, крючок давай. Я буду еще здесь танцевать еще здесь. Крючок возьми маленький. Я сам. Тряпку возьми, вытери, вон там тряпка впереди лежит. Вытери, чтобы не спирать, дай перчатки вытереться. Пыльно является, сломался нахуй. Я не понял. Да. Что, это разве резина такая стала? Это пластик был, пол. Да нет, это резина. Он рассыпался уже. Ну да и Дэйву скажи, вот как твоя резинка все превратилась. 10 лет, ну,
Пиздец. Все, некогда мне. Его просто обманули там, да, когда покупал, бля. Вот он трейдера купил, да? Да, понятно. Все понятно. Никто не откручивал, ребята, там фильтр. И фильтр не откручивали, и там, где слив масла, тоже никто не откручивал. Штамп поставили. Да, это наебали, блядь. Да тут знаешь, как она ёбки. Ну она везде, конечно, есть. Но тут, а тут больше. Тут сверхъестественная наебка. Сюда, сюда, сюда. На тряпку тоже. О, там мусор сюда кидаем. Крючок убери. Вот. Вытирай руки. Вот там все это вытирай. Так, все это мы тоже отхерячили. Мы будем закручивать. Все англичане ленивые такие, да, насчет ухода. И хватит, если даже эти не... Чё вы насчёт ухода ленивый? Я говорю, скоро... Маша, а, ну да. Я мял. Да тут вроде бы нормально, по-моему. Ну, я же сказал, что только жена его ездит почти на работу и обратно. Купил ей машину, блин, Audi, и она на ней не ездит. Да. Мне говорит... не нравится, она говорит, что ручная машина. Не, не надо, соси сил не будем закушать. Ты же не сможешь так сделать. Да все, хватит, не надо сильно, это, блядь... Не знаю, кто это придумал, блядь. Чуть-чуть его еще хватит. Там резинки есть, все это. Никуда не денется. Не убежит, да? Да. Все, ребят. Сейчас мы... масло будем. Вот мы масло такое взяли. Да, покажем. О. Но это не мы взяли. Ну, это хозяин, взяли, да. Взял кому. Что за компания? Хуй его знает. 5W30. Ну, я что, английская это... компания какая-то. Я не первый раз их вывожу, честно говоря. Он же купил там, где фуры, он говорит, запчасти покупает. А, ну понятно. Короче, это для фуры, да. Да. Сейчас вот это надо сделать. Сейчас ныряем вниз. О! Ну еще капает, видите. Следующий сервис там через 8 метров, да? 8 тысяч миль. Да, если есть. Если можно, кофе, конечно. Закручиваем, сейчас масло вбьем, чтобы больше. Так что, ребята, масло тут никто не менял. Так, сейчас я его с землей заключу. Вытягивать будем. Масло, блин, вытягивай. Да не, осторожно. Так, все, ребята. Потому что слишком высоко. Все убрал. Да. Мы же в печи не попадали, кусок.
А ты потихонечку спускай, зачем? Ты сможешь. Никак не можешь привыкнуть к этому домой. Давай. Тихонечко, легонечко. И поехал. О, видишь, все получается. Все, ребят. Сейчас будем заливать лимонаду. Напиток. Закрой пробку. Да, бывает так. Это мотоцикл. А тут могли носить, ну, такие машины у них так случайно. Что у них больше 5. Больше 2 литров ничего нету. Да, хорош. Не знаю, 8 литров, наверное, должен быть. Сейчас пускай я сяду немножко. Холодный, горячий. Не, это же не коробка, он только дошел до этих. Это минимум, он только дошел. Да. Заливай еще. Сколько там осталось? Так, еще есть. 3 литра осталось. Еще надо литр залей. Потому что сейчас она быстро поднимется. Это литр еще не налил. Есть еще чуть-чуть и будет на литр. Стоим, подожди. Залили. Хороший посыпался. Это уже все. Там почти. Еще чуть-чуть. Он пустой. А, ну давай, заливай. Все, подождем. Скользец. Чаевый. Ну так по цвету хороший масло. Знаешь. Ну полный синтетик же из-за этого. Не тем. Да, волшоб еще взял. Тут 10-40, ну вообще как будто просто отработанное масло залил, это и все. Ну пускай постоит. И это тоже пускай стоит со сливанием. Сколько масла. Вот, точно. Представляешь? Короче, 10 литров масла ушло сюда. 10 литров, ребят. Давай, прогуляемся, поехали. Все, что у нас еще где-то есть. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайк. Хитрый салон.